Что ж, идем дальше. Сейчас, мы сегодня пьем водичку, получаем удовольствие. Да, вот у нас Юрасова Дарья. Да. Приветствую. Что против нее сыграть? Давайте снова Е4. Что против тебя сыграть? Ну, не знаю, давайте продолжим нашу традицию. Угу. Так. Просто может как-нибудь более аккуратно. Угу, да, F3. F3 это интересно. Конь сюда. Давайте так, слон B4. У нас типа есть запасной план. А тут, наверное, можно так сыграть. Правильно. Что делать, я хожу? Даже интересно, что она будет делать на этот ход. Ну, таков T5. Мне кажется, тут надо было либо слон D3, либо А3 как-то играть. Пытаться. Я даже уже не помню. Ну, F3 я не играл, я обычно играл там слон D3, короткая рокировка. E5, D, E, что делать? А сейчас могут появиться проблемы. Слон G5 можно, так, так, типа и так. Давай слон G5. Угу. Вот так, да? Ничего себе. Съесть. Съесть. Да, ребята, снова ты. Не, ну прикольно, конечно. Главное срубить из-за контроля у Дашки минус 100 рейтинг. Давай сидим, хорошо. Да, это точно. Давай сидим. Угу. Вот, а вот дальше уже стало интересно, что тут делать. Все, копим, ты будешь копить. Давайте еще тут откроем пешки. Че делать нехер? Вот, и теперь можно сыграть, наверное... Чтобы один прекрасный момент оффнуть стрим. Темпоненько B5. Чтобы, во-первых, не пустить сюда никого, и, во-вторых, слон B7 наконец-то доразвиться. Ладно, окей. Да. Окей. Так, конь у нас идет сюда. Конь, кстати, неплохо может прыгнуть. Да. Пешка там висит, но ничего страшного. Пешка — это ничего страшного. Мы всегда готовы отдать эту пешку. Да иди ты, я тебя сейчас добаню. А, так, конь сюда. Вообще, конечно, можно сюда просто разменяться, ферзем защитить. Но там, правда, так, позиция. Получит. Давайте о позиции. Вроде значит, тогда нормально. Действуем по нашему первоначальному плану. Мы играем слон B7. О баллах канала. Привет, отдаем пешку, играем конь E5 и идем вот так. На море пока не страшной силы. Можно конь на E5 очень хорош тем, что его оттуда фиг выгонишь в целом. Давайте сидим пешку. Можно еще сюда? Так, конь сюда. Можно сюда пойти. Так, I have no friends 82, спасибо за подписку. Давайте ладью убежим. Ну вот, теперь самое время сыграть сюда вот ладьей. Угу, шах. Рокировки какие-то. Может 3-0. Ну там, правда, 4, надо, наверное, как-то так. Давай так, попробуем. Оба. Неожиданно можно съесть. Сюда вернуться. Mm-hmm. А шах, если шах. Так, секунду. Не, ну шах давать надо, наверное, да? То есть конь D5 идет. Mm-hmm. А вот здесь надо что-то есть, наверное, да? Да. Надо есть. Съели. Ну, надо съесть в ответ. Да, и играть ну, 3-0. Мы идем в 3-0. Жестко. Жестко идем в 3-0. Ну, тогда тут еще одну съели. Да, уходим отсюда. У меня 3 лишних пешки. Интересная позиция. Я не буду да, у меня куча пешек ничего, нету, но типа, фиг с ним. Почему люди не сдаются, потому 5. Что обязательно ну, это прикольный ход, конечно. Привет, давай. Тут очень опасная позиция, что у меня, в общем-то, со всех сторон знаю, работает. Идут атакующие ресурсы есть. Очень плохо. Блин, а чё мне никто не сказал, что звук-то плохой? Давай пока. Интересно, интересно. Можно же так, да? Да, вот стой, она так сыграла. Подождите. Всё-таки она сыграла. Если мы сыграем, побьем. Нет, ну убить мы не можем, да? Можем побить вот так. Шах съесть за коня и две пешки. Так, это нет, всё так отдать. Ещё хуже. Ну там непонятно. Там непонятно, там какие-то шахи начинаются. Шах съели. По идее она отобьет это все.
А вот пойти вперед тоже, наверное, там есть какой-то ход, типа ферзь e6. Ну, надо играть, значит, вот так. Пытаться как-то закрывать. А вот так? Ну, на ферзь b5 мы сыграем ферзь g6. Вот так? Или вот так? Или вот так лучше? Вот так? Да вы-ка так и было! Так изначально. Самое обидное, если вот в таких позициях сюда можно спокойно уходить и все. Угу. Съели. Ой, я что и сделала? Я вам не то сделала. Ну, хорошо. Вот так вот надо сделать. Давайте сдвоимся пока. Вроде имеем право. Типа ладья g8. Не, конь, конечно, может отпрыгнуть, но мы его съедим просто. Нет, и все. Нет, здорово. На взятие возьмем. Ты пешки, да, сейчас. Я не смогу. У меня план простой. Как говорится, я человек простой. Тут тяжелее реализовать. Вижу открытую линию на короля, сдвай его ладьи. Так, может? Так. Да, так. На такой ход чижочек. Конь ускакал, говорят. Неприятненький. Нет, чижочка не будет неприятненько, но такой ход. Плохо. Так вот, вначале. Потом неприятненько. Хотя, знаете что? Давайте, о, да вот съедим. Хорошо, договорились. Съедим пешку. Нет, да, ну, понятно, там что будет не довольно сразу слабенькая вначале пешка. Вначале съел, а потом может, же. Не есть? Не, если не есть, плохо, там мат будет грозить, да? Да, тоже хорошо. Давайте конь вот так съедим. Конь не дает все дела. Перед слоном закрывается, тут такое взять. Шаха не очень боимся, там слонов 8 есть, да? Угу. Так, тут он убежит. Взять, а может вообще вот так? Давайте так пока. Так. Можно, кстати, сюда пойти и... А, ну, на взять это вот сюда опасно пойти. Я уже вижу, что я так, короля не могу никак от слона отодвинуть. Пойти, это плохо. Съели. Давайте. Да. Вот так даже? Ничего себе. Так, то просто. Шахту так, нет, вот я же два. Съели. Не знаю, какой так, прям. Можем, это, наверное, да. Сюда. Без риска. Не да. знаю, давай так. Ну что, вот что ты так сичишь? Наверное, зря я так сделал, надо было все-таки бить эту пешку. А можно шах поставить, кстати. Хотя? Такой. Шах. Нет, там маты уже были. Шах. Сюда, чах. Сюда. Не знаю, как мы попробуем идти. Еще один шаг. Блин, надо есть, я не знаю. Ладно, тут мы не будем продолжать партию. Что-то ура! Я там намудрил в конце. Интересно, был возможно? По-моему, отлично, не было у меня возможности. Наконец-то сыграть, победа! Вот здесь. Ну, типа, если сыграть ладьё сюда, где там анализ? У вас там женские призы есть, давайте типа посмотрим. Сыграть вот так, по-моему, там это можно было женщины до мата доиграться. Это кто? Типа шах. Шах и мат вот такой, да? Не поэтому знаю, вроде как ничего. Да, вот тут вот у меня была хорошая позиция еще, показывает. Это плюс все не женщины. Убил. Вот пошли женщины, раз. Вот тут даже минус 0-1. Два. Но вот говорит, что очень плохой ход пешкой, надо было ну, просто короче, уходить до нуля. Вот немножко. Это, кстати, да, ну, да, я здесь немножко затупил. Мне казалось, да, что я после рокировки теряю пешку. И я забыл про то, что конь c5 ее надежно защищает. И мне, в общем-то, не стоило париться. Надо было уходить с 3-0. Там играть ладья g7, ладья g8 и пытаться уже атаковать. Потому что позиция реально у черных лучше. Вот тут, видите, тут минус 2,5 показывает. Вот, сейчас покажу. Вот, то есть минус 2,5.